Жить правильно, как говорил об этом Серафим Саровский, стяжание Духа Святого. А где же Аллах? А ты говоришь, слушай, посланник апостола... Ну скажи, чтобы замолчал. Я верю в Аллаха. Ну чего? Апостол Павел к Филиппийцам, 1 глава, 21 стих, говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Он тава на сауглюс. Послушайте, отче, а как же вы относитесь вообще... Вы откройте Википедию. Как же дальше? Википедия Игнатия Лапкина. Вы узнаете, с кем говорите. Почему Википедия? Перестаньте. А как вы относитесь вообще к нашему замечательному архиерейскому, каноническому православию? Ну так мы, это церковь настоящая есть. Православная. Да, мы православные, брат, у меня священник. И архипастыри нашего великого, ну, Кирилла Патриарха. Вот у меня брат, он моложе меня на 5 лет. Он и протоиерей. Мы построили храм, строим православную деревню на Алтае, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас ни за крещение, ни за что деньги не берутся. С тарелкой не ходят. Вы замечательно относитесь к нашему патриарху. Ну как, мы каждый день молимся за него. Где ты такой находишься? Молодец, замечательный дед. А где он находится? Это наши люди. Да, где он находится? Да? Где вы находитесь? Алтайский край, город Барнаул. Барнаул. Ну, а что ж ты материшься, я не пойму. Кто материшь? Ты. Я не материшь. Нихуя себе сейчас. А, ну да, немножко, да. Ну, а это матершинные слова, это что, плохие слова? А как вы сами считаете, в нормальном обществе вас сразу выгонят, чтобы не поганили воздух, не отравляли? Ян Кронштадтский говорит, уста курящего, только курит который, демонская кадильница. А когда человек матерится, у него дьявол во рту сидит. Ой, сейчас брошу курить. Нифига себе. Действительно, это серьезные вещи, между прочим. Ну вот отец говорит, я Мартин Лютер. Христос говорит, Евангелие от Матфея. Это твой Лютер сейчас. Вот. Да, слушай. Сколько тебе лет? Слушай, 83. 83? Да. А мне 79. Ну, маленько помоложе. Смотри, какой я здоровый. Ну сколько? У вас килограмм 30 лишнего сала на вас навешали. Как? Да ему 83. Какое 83? Да видно по нем. Да, ну, нахуй. Да я тебе как доктор говорил. Ему, блядь, 70 лет. Ну опять пошел материться, залякал. Нахуй не 83. Вы откройте Википедию, Игнатий Лапкин. Вы узнаете, кто я. Вы слова не будете говорить даже. Вы рот закроете себе. Моя биография одна на весь мир такая. Прочитай. Википедия, Игнатий Лапкин. Смотри, если ты человек от Бога, зачем ты лезешь в интернет? Вот слушай внимательно только, помолчи. А? Евангелие от Матфея, 16 глава, 15 стих. Зачем ты в рулетке находишься? Зачем ты в интернет лезешь? Я нашел здесь уже 2500 людей, которые пожелали слушать. Господь говорит, больные имеют нужду во враче. Ты же от Бога человек. Зачем ты обращаешься к этому нечисти? Ну ладно, сидеть надо. Вот такие они лютеране и есть. Интернет, это же не чистая сила. Зачем ты лезешь? Вы ему подскажите, что я уже нашел 2500 человек, которые пожелали слышать. Некоторые приезжают, крещение принимают, православными делаются. Что он там гонит, блядь? Там пиздец. А чего там гонит? А где он такую фуражку взял, нахуй? Пиздит он. Да, блядь, это полный фейк. У Леонардо да Винчи было... Это фейк. У него налеплено на лице, смотри, налеплено на лице. Чего? Говно все налеплено. Такого не бывает. Ты же врач? Да. Ты врач. Бывает такое лицо? Да, буквально. Где такое лицо? Ты видел такое лицо в больнице? Никогда. Никогда такого лица? Ты посмотри на его лицо. Это аферист полный. Какая психопродукция? Психо. Вот он. Ой. Охуенный. Понимаешь, вам не стыдно ничего, что ты лепите, сидите. Ну я вас покажу по телевидению. Чтобы люди знали, как мусульмане, какие лютеране есть. Все, я буду показывать и говорить, лютеране вот такие, чтобы все знали. Просишь у нас камеру, ты у Бога проси камеру. Помолчать уже никак не можешь. Зачем ты обращаешься к нашим, вот к нашим еретическим делам? А никаких, чтобы... Камеру в руки. Вы ничего не слышите. Не слышите? А ты обращаешься к нашим делам. Да ваши дела, какие ваши дела погибельные? А что ты камеру в руки берешь? Понимаешь?